замеченный. Я тут поразмыслил на досуге и хочу тебе кое-что предложить. Тебе, по большому счету, нужно искать своего стрелка. Так ведь? В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел, а места там не тронуты. Тогда слушай, если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу, пойдешь на север через свалку, потом повернешь на запад и через пару километров выйдешь к агропрому. И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи! Ну, удачной охоты, сталкер. Ну, чё стоишь? Подходи, не кусаюсь. Внимание!
стрелке. Пришел сталкер из глубокого рейда, лесом кричут. Ему, видимо, худо пришлось. Просит о помощи. Он на хвосте каких-то тварей притащил, говорит, что долго не продержится. Он, возможно, знает о стрелке, так что бегом к нему. Даю координаты. Помогите! Огонь!
Удачи! Ты чё, козёл, не врубаешься? Да нет у меня ни денег, ни артефактов! Кинь бабло или бошку отстрелю! Это отстрелят. Бандиты, помоги! Спасибо, друг. Я твой должник. Внимание всем! Говорит бес, командир отряда нейтралов. Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил, так что, кто может помочь, присоединяйтесь.
Слушай, ну классно у тебя выходит. Сюда поболтаем.
Могу предложить навесной для разных стволов и работенку для желающих. Скоро буду на агропроме.